баллов за skating skills. 6 за представление, 6.95. Ну, все такие довольно усредненные баллы. Давайте вернемся к льду. Программа, короткая программа, Стефан Лампье. Сырое мясо. Программа на музыку Фернандо Эгоске. Стефан Ламбьель. Стефан Ламбьель вновь без тройного акселя, но, видимо, настрой спортсмена таков, что бог с ним на данный момент с тройным акселем. Безусловно, он его тренирует, безусловно, он над ним работает. Может быть, нам еще удастся на этом турнире узнать, как и с кем он над ним работает. Но он прыгает в начале программы двойной аксель и затем дает нам эту программу прочувствовать, прокатать ее по полной. Типично танцевальная программа в том смысле, что сразу видно, что танцор работал со Стефаном. Это Антонио Нагарро. Кстати, Антонио Нагарро в этом году еще с некоторыми фигуристами работал. Видимо, понравилось ему, по-моему, с французскими танцорами он работал, но об этом позже. Стефан Ламбьель делает две дорожки подряд. Сначала дорожку по кругу, затем дорожку по прямой. И уж он старается эти дорожки делать так, как он их может делать. И вращение тоже интересно. Ну, в общем, Стефан Ламбьель интересен. Интересен как фигурист, как артист. Как сказала Татьяна Долин-Тарасова, увидев начало его программы, когда он еще даже не сделал ни одного движения, уже интересно. Да, Стефан Ламбьель, безусловно, интересен. В чем-то он даже великолепен. Ну, вот двойной аксель, и после этого идет танец.
Ну и, конечно же, не забывайте четверной тулуп, двойной тулуп. Может быть, не так дорого стоит эта связка, но она дорогого стоит для этого спортсмена. Луц и каков выезд. И затем сразу Либела задним заходом на четвертый уровень. Наверняка он накрутил вот этих вот удивительных вращений. Если только вот в последних оборотах хватило, я надеюсь, что да. Ну и затем дорожка по кругу. Я думаю, что уровня второго, третьего. Дорожка по прямой, наверное, тоже второго. Это мы сейчас увидим в оценках. Весь в лицах, весь в различных эмоциях. Как будто в нем сразу 10 человек, и все они борются за то, чтобы стать первыми. Но смотрите, дорожка шагов по кругу второго уровня, а дорожка шагов по прямой уже третьего уровня дали. Даже третьего. Молодчина, еще плюс балл за исполнение. 4 балла за одну только дорожку он получает. Вращение, одно вращение, волчок третьего уровня, а Либела и прыжок, волчок четвертого уровня. Ну и четверной с двойным тулупом, плюс еще балл, Луц еще...